Здорово, ребята! 1000 лет не видались и опять встретились. Довольно вам сидеть, скучать, да мух на потолке считать. Хочу я вас, чему лукавить, ну, хоть немножко позабавить, потешить вас и постараться дать вам возможность посмеяться. Итак, всему миру на удивление начинаем наше новейшее произведение. Посвящается всем молоденьким девочкам от 16 до 80 лет включительно. Мелодии из оперы «Нежная страсть» или «Рваная галоша на заборе». В общем, слова мои. И музыка тоже украдена. Оркестр в составе 16 человек под управлением Вани-гармониста, известного во всем мире и его окрестностях. Ваня играет, а остальные 15 тоже играют. В соседней комнате в очко играет. Но это не важно. Важно, что оркестр в полном составе. Солист Сокольской свободно берет высокие ноты. В общем, кроме нот, берет все, что под руку попадет. Так что столист первоклассный. Итак, почтенное собрание. Прошу минуточку внимания. Ваня, лупи. Ну, ребята, как бывало, я частушки вам спою. А Ванюша по-былому развернет гармонь свою. Жаль, Ванька, лешай, давай, давай. Шару дай, что там? Как наш дедушка Аким вечно улыбается, зубы вставили ему, а рот не закрывается. Ну, ребята, что? О, что? Плохо? Ну, ничего, ребята, зато дальше будет еще хуже. Давай, Ваня. Обещал летчик Тане очень нам приятно прокатить на аэроплане в кучу и обратно. О, ребята, ты чего техника готова? Вниз по Даугаве широкой проход качается. Занял милый 10 лат и больше не является. Ну, ребят, чего ж вы не смеетесь? Да смейтесь, ребята. Ведь за это деньги платить не нужно. Давай, ребята, все равно нам делать нечего. Да смейся, давай, давай, давай. Ваня, Ваня, чувство, чувство, Ваня. Жару давай. Никому так не пришлось, как не бедный сироте. Кушал рыбочку живую, шевелиться в животе. О, ребята, а? Это тоже какой-то особенный номер. Был я раз на именинах, ну уж, братцы, угостили. И поили, и кормили, а на прощание нос разбили. Ох, ребята, гостеприимство. Ну, ребята, на сегодня довольно. А кто хочет еще слушать, выбирай, ребят, монету, да покупай новую пластинку. Прощай, ребята.